Ситуация с вывозом мусора в Новоуральске остается напряженной. Муниципалитет подключился к решению данной проблемы. Городские предприятия предоставили региональному оператору свою технику и сотрудников, которые работают в несколько смен. Однако техники все равно не хватает. Вчера представитель ТБО «Экосервис» в Новоуральске прокомментировала вывоз мусора от наших домов и из контейнерных площадок. Узнаем, какие шаги региональный оператор собирается сделать для стабилизации данной ситуации. С данной ситуации мы выходим, у нас работает наша техника, подрядные организации, нанимаем на подряд МУП-Ритуал и ДКС помогают. Сейчас на данный момент работает 5 единиц техники, задняя погрузка и боковая погрузка. И ломовоз ходит по данным территориям. Вычищено у нас все контейнерные площадки с евроконтейнерами. Вычищены заглубленные и наземные контейнеры, также контейнерные площадки, в 95% вычищено. По мусорокамерам большая часть, уже все мы собрали, осталось уже совсем немножечко. Как бы у нас получается, практически город мы вычистили. Работаем мы в круглосуточном режиме. Итак, региональный оператор заверяет, что все работы ведутся, а мусор вывозится. За минувшую ночь, по информации ТБО «Экосервис», вывезен мусор с привокзального и южного районов, с улицы Советская и Автозаводская. Однако, проехав по городским площадкам, мы видим, что ситуация не совсем такая. Мусор вывезли, но тут же появился новый с мусорокамер подъездов, потому что отставание от графика составляет уже сутки. То есть вчерашний вывезли, а сегодняшний, получается, нет. От ТБО «Экосервис» на город работает всего одна единица техники. Остальные 5 единиц – техника МУП-Ритуал и дорожно-коммунальной службы. Сроков нет, оставить как бы мы не можем, да, но в ближайшее время все решаем ситуацию, как бы выходим из этого режима, чтобы войти в нормальный, стабильный режим, в стабильную работу. Прогнозов пока я не могу сказать, когда будут новые машины поступать. В ближайшее время будут поступать, и там уже это будем в штатном режиме. Таким образом, «Экосервис» ждет свою собственную технику, чтобы начать вывозить мусор в прежнем режиме. Конкретных сроков, когда она приедет в город и начнет свою работу, не говорят. Формулировка такая – в самое ближайшее время. Поэтому пока муниципалитет активно включен в устранение мусорной проблемы. Однако мы понимаем, что без специализированного предприятия, которое и создано под эти цели для вывоза мусора, справиться с этой проблемой очень сложно. Альбина Евсеева, Даниил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.